На встречу бизнесу Станислав Воскресенский встретился с молодыми предпринимателями и оценил работу филиала многофункционального центра, в котором юрлица могут быстро получать несколько десятков госуслуг. В разговоре с директором МФЦ глава региона отметил, что перечень предоставляемых услуг необходимо расширять, а время оказания сокращать. Мы естественно, будем работать на комфортность получения услуг, будем и делать более доступные услуги, более, широкий спектр поставщиков этих услуг, чтобы предприниматели могли спокойно выбрать понравившуюся услугу и понравившиеся условия, которые будут предоставляться. МФЦ для бизнеса открылся в начале декабря прошлого года. В просторном помещении на Шереметьевском проспекте работают 12 специалистов. Опытные сотрудники помогают предпринимателям оформлять различные документы в режиме одного окна. Это, уверяют в МФЦ, значительно экономит бесценное время бизнесменов. Наибольшей популярностью пользуется, естественно, Росреестр с кадастром. Это основной костяк, большая масса заявлений. Также приходит к нам налоговое, открытие, закрытие учета изменений по ИП и по организациям. Приходят на лицензирование Чермет и на продажу алкоголя. Ждут здесь не только состоявшихся предпринимателей, но и тех, кто только планирует открыть свое дело. Консультанты помогут разобраться во всех тонкостях ведения бизнеса, объяснят, какие документы необходимо оформить. Зарегистрироваться, во-первых, как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Вот. Открыть, например, расчетный счет одновременно здесь можно, не ходя в какой-то банк, выбрав из перечня банков, с которыми мы сотрудничаем, может выбрать и открыть расчетный счет. В конференц-зале губернатор пообщался с представителями бизнес-сообщества. Беседа прошла за закрытыми дверями. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.